Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы с вами продолжаем выживать на нашем острове. Большое спасибо за комментарии. В общем, я почитал комментарии не к прошлой серии, а к позапрошлой, да. Написали о том, что смысла нет экспериментировать. То есть, пальмы не вырастут, так как я посчитал, что возможно. Да, поэтому, наверное, будем их нахер сносить. Так, этот мы выбросим, молоточек. Так нахер он нам пока нужен. И написали насчет ящиков. То есть брать с собой ящики, если я плыву за припасами. То есть три предмета можно положить в ящик. А ящик занимает один слот в инвентаре. То, что, в принципе, логично. То есть большое спасибо, да. Интернет, я думаю, мы с вами проведем сюда, когда найдем авианосец. Ну да, действительно, да. Уж какой день, а ничего не растет. Так, наш с вами остров прямо по курсу. Так. Ну, я думаю, что применим ящики. Я думаю, в следующих сериях, поплывем на следующий остров. То есть, в принципе, пока у нас что? Пока юка. Ой, блядь, ты чё лупишь-то? Грядки. Так, попробуем еще, не знаю, сделать что-нибудь. Так, здесь пипирка. Здесь алоэ. После дождя достаточно когда активно растут они. Так, а я мясо сожрал, что ли? Не понял. Так, попить. Так, сделали противоядие. Одна доза у нас с вами тут. Так. Бросим сюда. Запас дыхания. Можно будет сделать крем для загара. Тоже сюда бросим. Надо какой-нибудь этаж придумать, либо типа сарай туда забрасывать эти все. Так, глина, кожа у нас тут с вами есть. Так, это можно положить. Так, что у нас там? По идее нормально, по воде в принципе тоже. Так, пойдемте, что это у нас там? В принципе, два деления, так. Что-то какая-то ловушка. Что я где-то на глубину это? Кто постоянно двери тут закрывает? Что тут было? А, это тень. Так. Дал прям в воде как. Опа. Так, нам эту нужно будет. Херню. Как этот аквабрюх или как он там? Захерачить, чтобы придумать этот отпугиватель акул. А что, топором что? О!
Акула чуть не сожрала, видал? Вовремя съебались. Сука, плывет, блядь. Катится, что ли? Так, блин. Здесь стой. Так, там бочки еще две. Здесь как-то покороче, мы как-то длинным путем пошли. Так. Уже на месте. Так, тебя тоже сюда положим. Так. Пока. Чики-чики-чики-чук, давай быстрее, блин, плыви, сука. Все, бочки мы свистнули. А, там ящик лежит. Ящик обязательно возьмем. На крыше, видишь? Да все, уже приплыл, куда ты там гребешь, я даже вижу. Так, а ящик мы обязательно возьмем. Там бочечки у нас есть с вами. Так, чтобы прибой там или шторм их не украл с вами, мы их сюда положим. Пусть тут лежат. Да, иди еще. А. Уж и не видно их. Так. Время. 5 часов. И чё? Смотри. Ну и чё это? И вот вечно где-то там застрянет. Так, подожди. Так, чё у нас? По идее, нужно пожарить. Так, снять кожу. С этого тоже снимем кожу и, наверное, костерчик. Так, быстрее, 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 быстрее. Так. Так, транспорт. 3 бочки и веревка. Основание для плота. В принципе, можно и не делать ни хера тогда это. Какая разница? Так. Ладно, пока бросим тут консервы.
Нужен топор делать. Булыжники нужны, видишь? Так, а у нас булыжники есть, в принципе, там. Там мы с вами возьмем эту ящик, и, в принципе, ящик будем использовать. Ящик в ящик. Так, что у нас тут? Жарится пока. Так, время 6:30. Отлично. Так, три бочки есть. Можно сюда влупить на основание. Но все равно нам надо будет ехать за этими. За досками, чтобы досками сделать деревянное основание, плота и этот пол. Сюда еще две. Так, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Так, одно бревно сколько дает нам доска? Ну, что за глюки, смотри. Так. Опа. Так, чтобы никто не заходил к нам. Испорченная. Ладно, поедим такое, блеванем что. Да. Обезвоживание. Ладно, пойдем попьем что. Нормально. Так. И спать. Так, уже утро. Отлично. Прямо отсюда так. Ящик попробуем обыскать. Торпедой обратно. Отлично. Нельзя добавить что? Ну ладно, чё. Пусть будет. Так. Так, что будем делать? Будем делать эту фигню. Да, вон там какая-то, что это там? Плита бродяги. Она нужна нам вообще сейчас? Типа два куска здесь можно положить или что? А сюда прям что ли ставится? Фига себе. И что это, перегонка и плита? Да ну бред. Так, плита нахрен? Или нужна?
Блин, надо подумать. Ладно, бочки пускай тогда лежат. Предлагаю тогда время 8 валить за... Зачем? Где наш суперкопье? На тот остров. Посмотреть картошку. Так. Блять, нахуй я это взял-то? Ничего лишнего не выбросил. Так. Плот, блин. Нельзя так плот оставлять. Считай, тачку с ключами в это оставил. В замке зажигания, блин. Чё ты? Бери крюк, подобрать. Все, поплыли. Так, 46-й день. Чё там, кокосы поедим? Дал справа кто, блядь? Ебучка. Так. Нам в любом случае нужны бревна для производства стрел этих. С гарпунера вот этого стрелять. Ружья морского или кто там. Ну, чтобы отпугивать. Вот подлетает, так чик. Тебя сколько в нее стрел надо, хрен поймешь. Надо ради эксперимента. Ну, когда все сделаем, плот, там шмот. Ради эксперимента надо будет на них поохотиться. Там мясо, может, какое-нибудь тоже. Вот. Не знаю, посмотрим. Но я думаю, что да, хотя на парусах, наверное, быстрее. Он плот побольше, его так штормить не будет. У меня вот вопрос, добавим 4 вперед или сбоку еще 4? Ну, я имею в виду, может, пошире его сделать. Хотя толку там, может, и не нужен. Давайте не будем тогда увлекаться. Если что, построим еще один плот побольше. То есть будет у нас 2 плота. Один вот такой поменьше, мобильный, а другой тогда уже для транспортировки гигантский. Потому что на первом плоту мы можем, в принципе, по-быстрому путешествовать между островами. Вот. И побыстрее построить тогда уже второй большой, более-менее большой плот. Что-то меня не поворачивает нихера на. Лодка-то. Вот. Так, что он там слева лежит? Доски, что ли? А не камни. Все, приплыли, что? Так. Прикрепить. Идем сюда. Родной. Так. Так, нам еще булыжников надо будет набрать. Суперкрабы. Там тоже он суперкраб стоит. Такс.
А я вижу булыжничек. Так. Раз. Два. Тоже 4, да, можно взять? Так, и еще один слот нужен, да, нам? Далее. Так, 4 палки. Не, нам нужны все равно эти еще доски делать. Хотя, может, палки подобрать тоже. Что-то растешь, так. 3, 4. Слот один полный. Так. Так, ну вроде бы все взяли, да, такого. Угу. Скорее всего это. Ну-ка, если я его сюда брошу. Так. Чисто ради эксперимент. Ага. Давай тогда так выпл. Поплыли. Вылетит так, вылетит, похер. Что-то мне кажется, что мы вообще прям по дну плывем вместе с этим бревном, блядь. Ну ладно, чё. Разработчики такого не предусмотрели, что я там в одной из игре Escape the Pacific строил вообще отдельный плот, на него грузил ящики, огораждал все это забором. Так, ну чтоб типа довести, все нагрелись, блин, что у меня прям, оп, мы прям под водой, что ли, фига себе, блядь, что это было, блядь. Куда плывешь, родной, нам туда. Но зато с бревном плывем. Стоило ли это бревно? Блин, не, в следующий раз так не поедем вообще. Сейчас эту миссию выполним, чисто ради эксперимента сделаем. Что реально чуть под воду ушли.
Давай-ка быстрее, блин. Так. Что-то застряли, блядь. Не, с этими бревнами вообще тяжело плыть. Ну его нахер. Ну, бревно это точно не стоит. Так, ну давай быстрее тогда, блядь. Еще, блядь, волны какие-то, ёпа мать. Вон даже кто-то, акула стучит уже по дну, блядь. Чё, перевернули, что ли? Блядь, серьезно? Да, не стоило оно того. Так, давай включаем турбину. Блять. Ёбаное бревно. Ну и просрали это бревно, оно утонуло, наверное. Не, больше так не экспериментирую. Ну вот и доплыли. Дал, как красиво. Типа финалочка такая. Хопа. Вообще-то мы вот туда поплыли. Немножко криво, но ничего. Тихо, блядь. Короче, не делайте так. Не грузите. Что попало? Дурак, что ли, блядь? Все так. А, у нас здесь это. Так. Булыжнички сюда сгружу. Еще энергия. Долго мы там провозили с вами. Сейчас что-нибудь сварганим. Так, охота повышена у нас навык.
Это я положу сюда. Тихо-тихо. Чё ты сам-то пошел? Так. Так, сейчас пока будем разгружаться. Пусть готовится наш ужин. Поработали мы с вами хорошо. Контейнер нам для перевозки. Главное, чтобы по течению меня унесло. Так, а возле фикуса. Так. А чё, пусть тогда тут лежит, нахрена его. Пока. Так, контейнер. Поесть два отделения осталось. Так, этим нужно загрузить воду. Такс. Четыре. Раз, два. Все высосал. Отлично. Так. Так, секунду, это для... Так, коптильню сделать можно будет. Так, готово. Плиту бродяги можно будет тоже. Ну, на всякий случай. Может, действительно, побольше мяса можно жарить. Сразу за... Ну. Блин, я картошку не посмотрел. Опять забываю про эту долбанную картошку. Так, ну чё, пойдемте. Поспим. Так, сохранить. Ну, экстремально у нас с вами была поездочка, на самом деле. Короче, акула, видимо, так и может тебя перевернуть. Вот, а ты даже ничего не заметишь. 5 утра у нас. Нам нужно поесть. Такс. Рыболовный гарпун. Сейчас буду шарашить там в темноту. Да, блядь. Хопа. Ну и все. Так. Так, сегодня еще в этой серии поставим еще одно деление. Деление, ну, как бы для плота. Две бочки у нас останется. Можно будет, ну, я думаю, что, как я уже говорил ранее, если что, этот плот будет нам как бы не удовлетворять нашим потребностям, либо как-то, ну, как бы не полностью, то мы сможем построить другой плот.
Так, топор, что у нас там, где топор? Так, топор сюда положили. Готово, не? Дурак, блядь. Чё ты всё ломаешь так? Так, верёвки. Кто-то спиздил. Так. Так, кто еще тут еще корабль. Я думаю, когда приплывем на плоту, припаркуемся там рядом. Все у нас будет хорошо. Так. Так, готово. Так. А что, нахерена она мне? Кто ж сюда, наверное, сбросил? Почему одно? Я ж 4 делал, блядь. 2 ушло на топор. А может там, ну может 3 ушло, да. Так, что у нас там? Пойти крабов половить, что ли? Пойду за крабами схожу. Ну так уродливо будет, 3 бочки здесь. И непонятно, что так. Парочку. Все, пойдемте поедим. Такс. Нормально. Так. Так, что у нас? Охота, готовка. Сила, так. Ну ладно, готовка пускай будет. Сделаем эту потом. Плиту бродяги. Так, пойдемте тогда делать, наверное. Чё? Это я сброшу, но нам не нужно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нам еще одна палка нужна. Еще одна палка. Еще одна палка, так.
Так, строительство, транспорт. Ну, типа того. Я думаю, нормальный плот на самом деле. Да, сюда поставим этот. И так, не так, конечно, так поплывем, что нормально. В случае чего. Так, дай вылезу отсюда. Так, а что там еще можно будет? Так, это понятно, две доски. Так, строительство. Ну-ка, а можно ее поставить на плот? Жаль. Пригодится нам примитивное копье в любом случае. Так, по сотке я, наверное, сюда все. 100% здесь лежат у нас с вами. Так, что у нас? Блин, нельзя такую стену. Это типа крыша какой-то. Так. Так, парусинная стена. Может, парусину можно сделать? Блядь, ты уже никак ее не подцепишь. Видишь? Дерьмо, блин. Так, давайте посмотрим, сколько досок можно взять. Блять. Так. Сделать из бревна. Чё, одна доска, одно бревно, что ли? Сколько мне бревен тогда надо, блин? Так, блин, понятно. Не очень хорошо. Поедим. Вроде нормально все. Так, пойдем сохранимся. Ну что, предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на Twitter. Ссылка на плейлист будет в описании. Буду очень признателен, если поделитесь этим видео в социальных сетях. Всем большое спасибо за просмотр. Берегите себя и пока.